Большой швейцарский зенинхунд очень сильно привязан к человеческой семье, в которой он живет. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи, третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертые могут не иметь тесных связей даже с хозяином. Большой швейцарский зенинхунд сильно привязан ко всем членам семьи, к незнакомым людям, относится подозрительно. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. При этом с детьми большой швейцарский зенинхун платит превосходно. Однако, вне зависимости от дружелюбного отношения собаки к детям, не следует оставлять наедине собаку любой породы с маленькими детьми. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимания на какие-то выходки детей. Однако стоит понимать, что собаки всех пород, какими бы они ни были дружелюбными, должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще и индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитания и предыдущего опыта в общении с детьми. Еще на эти взаимоотношения в значительной мере влияет поведение детей. С другими собаками большой швейцарский Зенинхун достаточно хорошо находит общий язык, и они прекрасно ладят между собой, если, конечно же, другие собаки проявляют схожее поведение. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным. Одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками, которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того, как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. Общение большого швейцарского зененхунда с мелкими домашними животными, такими как хомячки, домашние крысы, белки, шиншилы и прочие грызуны лучше ограничить. С кошками могут наладить контакт. Большой швейцарский зененхунд подойдет для опытных владельцев собак. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимые и даже напористые таким породам нужен опытный владелец. Этой породе нужен опытный владелец, чтобы предотвратить проблемы доминирования и чрезмерной защиты. Большой швейцарский зенинхунд плохо подходит для содержания в квартире. Загородный дом с небольшим огороженным участком будет лучшим вариантом для содержания такой собаки. Большой швейцарский зенинхунд хорошо переносит одиночество и поэтому может быть оставлен один на непродолжительное время. Качество и количество шерсти позволяют большому швейцарскому зененхунду комфортно переносить холод. А вот высокая температура уже небезопасна для четвероногого. Следует избегать активных нагрузок в теплое время года. Склонность к лаю. Кроме всего прочего, породы отличаются и по уровню шума, а точнее по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая облаять каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это по ее мнению необходимо, а третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Большой швейцарский зенинхунд имеет склонность к беспричинному лаю. А вот желанием грызть эти собаки не выделяются. Желание грызть и все пробовать на зуб является общим для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Большой швейцарский зенинхунд не склонен к таким шалостям. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Эту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Эта порода общительна, активна, спокойна и величава. Уровень активности большого швейцарского зененхунда варьируется. Они способны быть спортивными, но обычно эта активность носит всплеск, они активны в течение коротких периодов времени, за которыми следует сон. Они хотят быть со своими владельцами и участвовать в жизни семьи. Их уровень активности чаще всего соответствует уровню активности хозяина. Как рабочие собаки, им нравится иметь работу, им нравится участвовать в пеших прогулках, картинге, испытаниях на послушание, пастушестве, тяге с отягощениями и походах со своими владельцами. Кроме того, у многих пород есть врожденное желание преследовать движущиеся объекты и животных, Степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне. Даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться оклика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. Однако у большого швейцарского зененхунда этот инстинкт хоть и имеется в избыточном количестве, совладать с ним он чаще всего способен. Страсть к бродяжничеству и свободолюбие. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки, следуя инстинкту, не упустят возможности сбежать от вас и пробежаться пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и ищейки. Большой швейцарский зенинхунд, как правило, не имеет такой привычки и не отходит далеко от хозяина и семьи. Склонность к слюнотечению. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. К счастью, большой швейцарский зенинхунд выделяет крайне мало слюны. А вот количество шерсти, которую большой швейцарский зенинхунд оставляет после себя, примерно такое же, как и у большинства собак. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые породы линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно историческая справка породы и подгруппы. Большая швейцарская горная пастуши собака, или большой швейцарский зенинхунд, или гроссер, порода пастушьих собак, родственных Синбернару. Используется для охраны скота и перевозки грузов. Впряженная в тележку, эта мощная собака может перевозить довольно значительные тяжести, буксировать лыжника. Обладает спокойным дружелюбным характером, ведет себя с достоинством, без подобострастия. Большой швейцарский зенинхунд – это порода собак, выведенная в швейцарских Альпах. Название зенинхунд относится к людям по имени Сенный или Сеньор, молочникам и пастухам в швейцарских Альпах. Большой швейцарский зенинхунд почти наверняка является результатом вязки местных собак с крупными собаками типа мастифов, привезенными в Швейцарию иностранными поселенцами. Когда-то эта порода считалась одной из самых популярных в Швейцарии. Предполагалось, что к концу XIX века он почти вымер, поскольку его работу выполняли другие породы или машины, но был заново открыт в начале XX века. Порода крупная и с тяжелым костяком, с большой физической силой, но все же достаточно подвижна, чтобы выполнять универсальные сельскохозяйственные обязанности, для которых она изначально использовалась. Его стандарт породы требует черного, белого и цвета ржавчины. Большой швейцарский зенинхунд общителен, активен, спокоен и достоин, любит быть частью семьи. Он относительно здоров для своего размера и, как правило, имеет гораздо меньше проблем, чем более популярные породы того же размера. Среди четырех зенинхундов или швейцарских горных собак, эта порода считается древнейшей, а также самой крупной. Происхождение большого швейцарского зененхунда неизвестно. Начиная с 1515 года отдаленные долины Швейцарии были более или менее изолированы от мировой истории на три столетия. Определенные породы собак были созданы путем инбридинга, а щенков передавали соседям и членам семьи. Существует несколько теорий происхождения четырех пород Зененхундов. Самая популярная теория гласит, что собаки произошли от малоса, большой собаки типа мастифа, которая сопровождала римские легионы во время их вторжения в Альпы более двух тысяч лет назад. Вторая теория состоит в том, что в 1100 году до нашей эры финикийцы привезли с собой в поселение в Испании собак крупной породы. Позже эти собаки мигрировали на восток и повлияли на развитие пород испанского мастифа, пиренейского дога, бордоского дога и зиньонхунда. Третья возможность заключается в том, что крупная порода собак была аборигенной для Центральной Европы в период неолита, когда люди выращивали дикие и домашние культуры и использовали домашних животных. Независимо от того, существовала ли одомашненная крупная порода в Альпийской области, когда вторглись римляне, Большие швейцарские зенинхунды почти наверняка являются результатом вязки местных фермерских собак с крупными собаками типа мастифа, завезенными в Швейцарию иностранными поселенцами. Ранние предки большого швейцарского зенинхунда использовались фермерами, пастухами и торговцами в Центральной Европе. Эта порода была выведена как тягловая собака для перевозки тяжелых телег, охраны и перемещения молочного скота, а также как сторожевая собака и семейный компаньон. Селективное разведение основывалось на способности собаки выполнять определенную функцию, например, тянуть груз или охранять. Швейцарскому фермеру нужна была сильная, универсальная собака, способная выполнять повседневную работу на ферме. Крупный, крепкий и уверенный в себе, большой швейцарский зенинхунт ⁇ это упряжная и погоночная порода, достаточно крепкая и подвижная, чтобы выполнять сельскохозяйственные работы в очень горных районах. Порода также использовалась в качестве собаки мясника, была популярной среди мясников, в то время имела прозвище лошадь бедняка. К XIX веку предки современного большого швейцарского зененхунда широко использовались фермерами и торговцами в Центральной Европе. В начале 20 века популяция большого швейцарского зененхунда в Европе росла медленно, и эта порода остается редкой как в своей родной Швейцарии, так и в США. Во время Второй мировой войны порода использовалась швейцарской армией в качестве тягловой собаки. В 1945 году было зарегистрировано более 100 щенков, что указывает на существование в то время около 400 собак этой породы. Порода была впервые признана на международном уровне в 1939 году, когда Международная кинологическая федерация впервые опубликовала стандарт. В 1968 году порода была завезена в США, в 1983 году в реестре Большого швейцарского клуба Зененхундов Америки было 257 собак. В 1985 году порода была допущена в группу разные породы американского клуба собаководства, а в июле 1995 года Большой швейцарский Зененхунд получил официальное полное признание в рабочей группе американского клуба собаководства. По данным американского клуба собаководства большие швейцарские зенинхунды занимают 88 места по популярности как порода. Общее здоровье породы по 10-бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них можно оценить по 10-бальной шкале на 5 баллов по большей части эта порода относительно здорова для своего размера. Дисплазия тазобедренного сустава типичная проблема больших собак. Это неправильное формирование сустава, соединяющего бедренную кость с самую длинную кость в теле с тазобедренным суставом. Бедро представляет собой шаровидный сустав, и головка бедренной кости должна хорошо входить в гнездо, чтобы сустав функционировал должным образом. Ранние признаки дисплазии тазобедренного сустава включают нежелание подниматься и спускаться по лестнице или прыгать, трудности вставания или лежания, прыжки во время бега, Дисплазия тазобедренного сустава является одним из основных ортопедических заболеваний Большого швейцарского зененхунда. Цель воспитания Большого швейцарского зененхунда с щенячьего возраста состоит в том, чтобы кормить его так, чтобы он взрослел медленнее, чем более мелкие породы, чтобы избежать проблем с тазобедренным суставом и других ортопедических проблем во взрослом возрасте. Средняя продолжительность жизни Большого швейцарского зененхунда составляет от 7 до 10 лет. Более тяжелые собаки, такие как большие швейцарские зенинхунды, как правило, имеют более короткую продолжительность в жизни, чем собаки среднего и малого размера. Продолжительность жизни обратно пропорциональна размеру породы. Продолжительность жизни собак может различаться в разных странах, даже у собак одной и той же породы.